Вот утро 10 сентября, собираюсь в город и вышли кошки провожать. Надежда Васильевна тут набрала одежи дроботом. То ли оставили, то ли как. И тут паря пришла. Вот она сидит. Паля, что ты там одна сидишь? Насторожились, кто-то идет, какой-то кот может быть. Здесь 4. И вот 5. Кому вот нужны кошки? Рыжик. Им только год с чем-то, с месяц-два. Собираемся ехать в Барнаул. Берет меня вроде бы Алёша. Вот она его машина. Дом. Ограда. Рядом Владимир с Валентиной. Их родители. А это еще сын Андрей. Вот так. Деревья вокруг. Павлов дом. Был сейчас, еще и был Никитин. Это был Калашников дом. Это вот сарай такой длинный. А теперь это Володя Пащенко.